Этот замечательный коллектив стал лауреатом фестиваля культуры народов Кавказа и обладателем первой премии Всемирного фольклорного фестиваля «Интерфолк» и гран-при фестиваля «Фейерверк национальных культур». Говорить можно еще очень и очень много, но не нужно. А нужно слушать и смотреть. Я с радостью приглашаю на сцену участниц ансамбля. Это Кристина Берикашвили, Анастасия Алания, Сурнико Алания и Тамара Пирогова. Станут поэтические строчки Беллы Ахмадулиной. Сны о Грузии, вот радость, и под утро так чиста виноградовая сладость, осенявшая уста. Ни о чем я не жалею, ничего я не хочу. В золотом светит хвалей старый белый свечу, малым камушком вам цвета воздаю хвалу и честь. Господи, пусть будет это вечно так, как ныне есть. Пусть всегда мне будут в новость и колдуют надо мной милые родины. Картвелло Ламазон, музыка народная, слова Анны Каланадзе. Ветер тебя убаюкивает, сказку рассказывает тебе тополь. Грузия, ты прекрасна, другой такой не найти.
Go, 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 go,
однажды русский генерал вдоль по Кавказу проезжал и грузинскую он песню по-мигрельски напевал. Give up.